Вчера на дороге по проспекту 50 лет октября появились вот такие знаки. А все потому, что здесь провалился кусок асфальта. Сейчас яма засыпана песком, и в ближайшее время будут проводиться ремонтные работы. Вечерний час пик – это, конечно, затруднило движение. Сотрудники полиции перекрыли часть дороги, и транспорт объезжал яму по тротуару, чтобы не выезжать на встречку. На место происшествия сразу выехали представители ЖКХ, архитектуры и глава администрации. Сама дорога в последний раз ремонтировалась в 2008 году. А асфальт провалился ровно на месте прокола под водопровод для нового детского сада, работы над которыми проводились минувшей зимой. Судя по всему, пустоты в грунте образовались еще в холодный период, а теперь, когда потеплело, они прорвались. Сейчас согласовывают с ГАИ порядок проведения, закрытия этой дороги на период проведения. Там скроют асфальт, прокопают на нужную отметку, уплотнят, засыпят все песком, щебнем и восстановят асфальт. А вообще эта дорога у нас планируется в этом году ремонтом. Поэтому, может быть, это своевременно, что все хорошо, что не после ремонта дороги. Вот она у нас заложена на полпост через областные средства. Все работы по восстановлению этого участка дороги будет выполнять тольяттинская фирма «Аврора», которая вела работы по подведению водовода к детскому саду. Дело в том, что мы все затраты, которые будут понесены, конечно, они будут за счет, убытки все произведены за счет подрядной организации. В течение 2-3 дней подрядчики обещали устранить эту яму. Отметим, что летом 2013 года недалеко от этого места прорвало канализационный коллектор. И в 2009 году также из-за аварии на канализационных сетях провал дорожного полотна произошел на нижнем кольце юго-западного микрорайона. Наталья Ревякина, Никита Кожевников, Игорь Шиянов. Вести детально.